Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как сделать обычный, самый простой, самый дешевый подвес для квадратных кашпо. Для своих кашпо я взяла обычную бельевую веревку, самую дешевую, тоненькую. Если у вас цветочный горшок тяжелый, много в нем грунта, то веревку нужно брать усиленную, чтобы внутри веревочки был усилитель. Для квадратного кашпо нужно будет 4 веревки. Для круглого 3 веревки будет достаточно. Всего нужно для квадратного кашпо 8 метров веревки. Делим 8 метров на 4 веревочки по 2 метра каждая. Сворачиваем по серединке, по метру получается. Вот так. И фиксируем петелечку. У нас получилось 8 веревочек. Берем 2, отступаем примерно сантиметров 30, делаем узелочек. Затягиваем. Берем следующие 2 веревочки. На одном уровне с узелочком держим пальцем. Делаем второй узелочек. И пока еще не зафиксировали, сравниваем с тем узелочком, что сделали, чтобы было на одном уровне. И зафиксировали. Берем следующие 2 веревочки. Делаем узелочек. Подтягиваем. Фиксируем. Вот. 4 веревочки у нас связаны узелочками. Берем первую и вторую веревочку. От первой и второй веревочки средние ниточки. Через 15 сантиметров делаем узелочек. Связываем 2 средние ниточки разных веревочек. Вот у нас так получилось. Следующую веревочку и соединяем с другой ниткой, другой веревки. Примерно на одном расстоянии. Фиксируем. Опять другую ниточку и ниточку с третьей веревочки. Вот так. На одном уровне фиксируем узелочки. Дальше. Одну ниточку мы уже зафиксировали. Вторая у нас остается. Берем эту ниточку и берем из первой, которую мы начинали. Фиксируем на одном уровне. Вот у нас уже получилась такая корзиночка. Вот, смотрите. Опять связываем узелочки, но чтобы между ниточками получился вот такой ромбик. Точно так же на расстоянии 15 сантиметров.
Вот что у нас получилось. Связали все узелочки. Получился вот такой каркасик, который будет держать наше кашпо. Но чтобы кашпо из него не выпадало, нам нужно зафиксировать контрольный узел. Берем все вместе эти веревочки с узелками и просто внизу завязываем узелочек. Все четыре веревочки зафиксировали. И каждую желательно подтянуть. Чтобы узел не развязался. Вставляем наше кашпо. Распределяем правильную нагрузку на все стороны. Получился вот такой ромбик со всех сторон. Вот наше кашпо готово. Можно сделать, получить такой узор. Вот так можно по краям. Можно так. Можно такой узорчик. Можно узорчик треугольничком сделать. В общем, вот такая красота у нас получилась. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!